Всем здорово, парни, и сегодня у нас тест-драйв на BMW M6. И за предоставленный автомобиль спасибо игроку с клана Фоч, в таком же, каком и я нахожусь, Милан. Спасибо за М6. И топ-комментом этой серии вот этот коммент. Так держать. Если вы хотите попасть в топ-коммент, то пишите свои комментарии. Я выберу самый классный комментарий и вставлю его сюда. BMW M6 салона 3 500 000, с БУ 2 900 000, там еще мелочи, не помню, 70 тысяч, кажется, еще. Потом, едет 380 километров в час, такая резвая и дешевая, я думаю, это самая нормальная такая дешевая тачка по соотношению цена-качество, потому что она едет бодро 380 и стоит дешево. Это также можно сказать про BMW M5 E60, но мне BMW M5 E60 больше по душе, чем M6. Чем могу сказать по внешнему виду? Слишком владелец ее завысил, поставил очень большие колеса и узкую резину. Это не очень, конечно, идет ей. Надо было колеса поменьше, машину пониже и колеса пошире. Было бы норм. Но задняя оптика такая красивая, но передняя и спереди она не очень мне нравится. Но вообще мне М6 не нравится. Салон прорисован нормально, потому что вот можно посмотреть на тахометр, на спидометр, можно четко увидеть. Вот на Rolls'е у меня хуже был прорисован. Также прорисован экран, все кнопочки. И нормально. Так, на BMW, помните, E60, когда, вы включаете свет, там загорается все, а тут не загорается. Тут даже подушки безопасности нету, Колеса надо поменьше, пошире, и все. А так-то нормально. Что по тормозам? Давайте разгонимся. Не тормозит она хорошо. Почти все эмки хорошо тормозят, но мы сейчас около 380 ехали. Тормозит нормально. Едет нормально и тормозит нормально. Расход средний, но где-то полный бак 2-2500. Где-то так. Что сказать по управляемости? Чип не очень управляемый. Ну вот, смотрите. Врезаемся, видите? Я на газу. А если не на газу? Ну такой. Не очень такой уж хорошо управляется, но управляется. Взял бы я себе такую тачку. Ну, не знаю, если подарили бы, возможно, бы покатался, но если бы покупал, я за эти деньги лучше бы купил E60, потому что E60 красивее, ну и там лучше, мне просто E60 больше нравится, и все пятерки BMW, шестерки не очень. Также пишите в свои комментарии по поводу, какой тачки там снять тест-драйв, я обязательно все прочту, поставлю лайкосик под вашим комментарием. И вы, во-первых, можете попасть в топ-коммент серии, а также можете посмотреть из драйв той тачки, которую захотите. На этом все, парни. С вами был Эван, Милан. Ставьте лайкосики, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока.